Студентка Туркестанского международного университета имени Хаджи Ахмета Ясауи Баглар Кафехер изучает казахский язык и отлично играет на кобызе. Чем вызван такой интерес к национальной культуре и музыке, узнавала наш корреспондент Кристина Алмазказа. Чарующие звуки кобыза 21-летняя Баглар Кафехер впервые услышала 9 лет назад. Тогда в Венгрии выступал казахский этнофольклорный ансамбль «Туран». Именно эта встреча, признается девушка, оказалась судьбоносной. На этом концерте мое сердце будто сжалось от звуков кобыза. С того момента мне захотелось узнать все об этом музыкальном инструменте, о Казахстане, о культуре и музыке этой страны. Научиться играть было непросто, но главное – желание. Чтобы реализовать свои, я приехала сюда. Сейчас Баглар Кафехер – студентка третьего курса Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави. Осваивает традиционное музыкальное искусство и изучает казахский язык. За свои стремления девушка пользуется уважением среди сокурсников. Когда поступила в университет, очень удивилась, увидев ее. Ведь она специально приехала из-за границы, чтобы изучать дамбру и кобыз. Сейчас она красиво играет на этих музыкальных инструментах. Наша багларка очень любознательная и трудолюбивая. Нередко шутим с ней. Играть на дамбре умеет. Теперь осталось научиться ездить верхом и стрелять из лука. И станет настоящей казашкой. Настоящий культуролог должен быть таким, стремиться узнать все традиции страны. К примеру, у нас имеется специальное общежитие для иностранных студентов, но предпочитает жить с нашими девочками. Так говорит, быстрее познается культура и язык. Багларка полиглот, владеет 6 языками, в том числе и казахским. К слову, ни одно студенческое мероприятие не проходит без ее участия. Есть выражение «душа казаха в дамбре». Счастлива, что имею возможность обучаться игре на дамбре и кобызе. Я хочу нести добро в мир с помощью музыки. В будущем девушка планирует продолжить музыкальное образование в одном из учебных заведений Алматы. Кристина Алмазкызы, Жандос Жумабек, Ерболат Абиш, Туркестан, Хабар 24.